Доброго ранку усім! Рубрика «Танці на світанку» допомагає вам бадьоро розпочати ваш день. Сьогодні продовжимо тренування з танцювального напряму ВОГ. І в цьому нам допоможе наш тренер Анна Загреба. Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні ми працюємо над таким направлением ВОГ, як Arms Control. І ви зараз побачите, що це таке. То що, почнімо? В Arms Control самое главное – это абсолютно ровные линии в руках, также коробочки, которые являются углами в 90 градусов. Итак, начинаем с первого движения. И раз. Дальше локтики соединяем, опускаем наверх. Два. И раз. И два. И раз. И два. Ручки должны быть очень острые и ровные. Делаем дальше вперед. Раз. Наверх поднимаем. Два. В сторону. Три. Вниз. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И добавляем кисть. Раз. Два. Три. И вниз. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Кисть должна каждый раз изменять свое положение. Также можно пробовать это движение с отставанием одной руки. Мы начинаем справа, левая отстает. И правую подняли, раз, меняем, два, левая догоняет, три и четыре. Теперь мы можем соединить три движения, которые мы делали вместе. Ножки ставим на ширине плеч. Начинаем с движения рук, просто двумя ручками поднимаем вперед, наверх и так дальше. Семь, восемь. И раз, два, три. Дальше с кистью. И пять, шесть, семь. По очереди. И раз, два, три, четыре. Закрыли. Пять. Дальше в сторону. Шесть, семь, восемь. Угу, молодцы. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Кисть. Семь, восемь. И одна, два, три, четыре. Закрыли. Ровно. Семь, восемь. Сегодня вы узнали, что такое Arms Control. Я советую вам приходить в танцевальный зал независимо от вашего возраста, танцевать как душе угодно. Або танцюйте кожного ранку разом з нами. Танці на світанку бажають вам гарного дня.